Всем доброе утро, прекрасного дня, отличного настроения. Мы с девушкой приехали на дачу. Так, сегодня надо... Это на боковухе? Взяли пленку на габаритку, хотим на боковые стороны пленку сделать сегодня. Сейчас надо будет ее обрезать и посмотреть, что и как. И попробовать сегодня ее прикрепить, потому что... Сегодня нету сильного ветра. Ну, вроде 4 метра я в том году брал. 4 метра. Еще я, кстати, вот купил рассаду. Потом сейчас придем туда на участок, посмотрим. Покажу, что я купил. Ребята, брал почти не глядя. Это цветы я купил. И, знаете, я хотел делать клумбы. И клумбы я хотел делать из дисков металлических. Но... Приехав сейчас на дачу, я увидел, что тут лежит кое-что ненужное. Вот, ребята, видите? Шины. Я уже присмотрел себе 4 штуки. Я их заберу, потому что они здесь никому не нужны. Не обращайте внимания вот на этот срач. Все прекрасно вы знаете, что люди любят мусорить, выкидывать туда, куда не нужно. Поэтому вот здесь вот такой срач, ребята. Вот деда расстелил пленку. И это убирать, ребята, бесполезно. Каждый год одно и то же. Я не знаю, кто это делает. Просто не знаю. После зимы постоянно вот такая вот фигня. Здесь вот еще более-менее чисто. А вот тут... Вот где стоит машина, да? Сейчас покажу. Вот. Срач вообще страшный. Вот, ладно, все, будем мы пленкой сейчас заниматься. Будем на участок, дальше покажу, что делать будем. Так, ребята. Нам будет еще за шинами вернуться. Сделали мы длинные боковушки для габариточки. Сейчас пойдем... Если успеем, сейчас, если получится, то мы их и повесим уже на габаритку. Сегодня то солнце, то тучи, ребята. Вон, смотрите, какая погода. Не пойми, какая. Ветер еще, надеюсь, вам не шумит сильно. С каждым днем, кстати, трава все зеленее и зеленее, ребята. Сегодня даже несколько секунд снег шел. Ну, такой он сразу тает. Представляете? Чё-то ты долго. Чё ты там брал эти инструменты? Ага. Так. Как меня раздражает, ребята, этот звук вертушки. У меня уже просто сил нет. Ну, вертушку это, она так шумит громко. Ну, звук у нее противен. Как раз гоняют. И нас тоже гоняют. Так, пришли. Сейчас положу их вот сюда. Вот, ребята, на габариточку вот на эту. Вот на эти бока. Вот с этой стороны и с той. Сколотил. Все нормально. Девушка, правда, примерял только. Я колотил все. Вот. Какая тепличка хорошенькая, да, отремонтированная. Симпатичная. Ладно, ребята, будем сейчас вешать. Что получится, покажу. Так, ну что, вот мы сделали вот так, ребята. Видите? Затянули пленкой вот здесь спереди. И сделали вот такие закатывающиеся боковухи. Вот такие вот. Ну, а крышу в следующий раз. Так что вот так габаритка получается. Ну все, ребята. Вот так. Это выглядит.
Габариточка готова. Вот это будет скручиваться вверх-вниз. Вот так внутри. Супер. Где-то полтора часа, наверное, это ушло. Ветер, ребята, очень сильно поднимается. Ну, лишнее сбоку мы еще обрежем. Вот. А так все, она готова. Мне кажется, классно. Шины я уже завтра, ребята, наверное, притащу сюда, потому что надо ехать домой. Обедать, устали. Так, ребята, пришел я в теплицу. Там очень сильный ветер. Решил вам здесь показать, что я купил для этих клумб. Так, я купил цветы, ребята. Вот такая азалия. Гадеция махровая. Очень красивый, яркий, насыщенный цвет. Видите? А высота растения 50 сантиметров. И 3-5 сантиметров само цветение. Ну вот. Однолетник. Ну, я все однолетники взял, ребята. И вот здесь написано, что посев в марте-апреле на рассаду. Сходы появляются через там 7-14 дней. Либо, возможно, прямой посев, открытый грунт. Но это, я думаю, что тогда, когда уже все заморозки пройдут. Цветет с июля по сентябрь. Вот. Вот такая штука. Очень красивая. Первый раз, ребята, все это буду сажать. Дальше купил василек. Red медальон. Вот. 4 сантиметра у него цветение, 70 сантиметров он в высоту. Также сажается в грунт. Исходы появляются в мае. Конец апреля, начало мая. Сходы появляются через 14-20 дней. Вот. Буду сажать в мае все это дело, когда уже все пройдет. Дальше купил, ребята, вот такой вот колокольчик средний. Чашка с блюдцем. Не знаю, у меня никогда не было колокольчиков, а этот необычный. И очень хочется такой цветок иметь у себя на даче. Он двулетник, ребята. 80 сантиметров в высоту, 3-4 сантиметра диаметр цветения. Но не видите, по диаметру они, в принципе, будут все одинаковые. Также сажаются в грунт или в теплицу с конца апреля до середины июля. Так, ну, в общем, как раз. Все, ребята, супер. И вот купил вот такой вот баттерфляй. Смесь многолетних и однолетних цветов для клумбы. Вот. Все буду вместе сажать. В апреле, в мае в грунт на поляну или клумбу. Засеянную землю осторожно взрыхлить граблями. Легко утрамбовать и полить. При благоприятных условиях сходы появляются через 15 дней. Норма посева 1 грамм на квадратный метр. Ну, понятно. Вот, посмотрим, что у нас вырастет из этой смеси. Ребят, никогда такого не сажал. Ну, очень интересно. В общем, вот. Такие вот у меня в этом году будут цветочки. Потому что, помните, да, у меня было видео, где я сажал астры дома. Все астры, ребята, у меня загнулись. Видимо, в этом году мне попались плохие семена. Никогда такого не было. Вот в этом году вот так вот. Так что вот, все, мои хорошие. Будут вот такие цветочки. Скоро будем с вами их сажать. Все, ребята. Домой кушать. Ах, красота. Как хорошо на даче. Правда, ребята, сегодня очень холодно. Сегодня очень холодный ветер. Солнце иногда проглядывает, иногда не проглядывает. Вот. Уже хочется тепла, пора бы. Кстати, но очень много шмелей летает, очень много. Я не помню, чтобы когда-то было столько много шмелей весной. Ну прям вообще. И вчера, и сегодня тоже. Так что вот так. Сейчас девушка здесь все закроет. И можно будет ехать. Так что все, мои хорошие, на сегодня все. Желаю вам всего самого прекрасного, доброго, чудесного. Берегите себя и своих близких. До скорой встречи. Всем пока.